Бонжур тебе, человек. Проблема. Начну сразу с проблемы. 2К19 на пороге. Уже не на пороге, мы уже вошли, собственно, в дом 2К19. Молодое поколение девчонок. No сексизм, no homo, ничего такого, не переживай. Хочет выглядеть старше. И самое страшное в этом во всем, то, что они выглядят старше. И вот когда ты в следующий раз подходишь к какой-нибудь красивой, двухметровой девушке, длинноногой, говоришь, привет, можно с тобой познакомиться, да, я мужчина, популярный видеоблогер. Она говорит, скотина, ты охренел, между прочим, мне 14 лет. Ты думаешь, что? Подходишь к соседней девушке, думаешь, ну ее старшая сестра выглядит намного старше. Говоришь, а может как бы с тобой познакомиться? Говорит, ты дебил, мне 8 вообще, ты... А сзади, хлоп, подполковник Прокопенко, до свидания, пройдемте со мной. И чтобы такой ситуации не происходило, я нашел гениальный способ. Есть сайт, который называется «Угадай, сколько ей возраст». Я хочу, чтобы все 10 человек, которые посмотрят это видео популярное, научились угадывать женский возраст и не попадали в такие непонятные, неприятные ситуации. Сейчас мы будем угадывать возраст вот этой вот мадамы. Я не знаю, сколько тут вообще пунктов и сколько тут нужно угадывать. Это что мне, получается, монтировать надо будет, чтобы на картинку возвращаться? Да не, вот так оставлю с рекламой справа, какой твой гороскоп. Назову это видео челлендж обязательно, потому что грех не хайпить на этой теме. Она реальная, потому что у нее есть инстаграм. Прошло 3 минуты видео. Я не угадал ни одного еще возраста. Вот представь, ты эта девушка, даже если ты парень, необычное ошушение, да, 2К19. Сидишь, поворачиваешь голову, и тут Хинади на лавке. То сразу убегай, потому что это я угадываю твой возраст. И после этого все 10 человек, которые посмотрят это видео, тоже будут также угадывать возраст. Это стойка угадывания знаменитая. Я поставлю, что ей 14 лет. Сайт работает? А, next. Ей 17. Мишель Ватаевна. Сейчас мы угадаем твое имя, хотел сказать. Мишель, да. Я экстрасенс, видимо. Что-то я, по-моему, не угадываю, нифига. Мэдисон Пивас. Так, давай включать логику. У нее в имени есть Мэдисон и Пивас. 15 лет. 18 лет. Все, я все. 0 из 5. 15 лет. Я буду тупо бить в 15. Это знаешь, когда ты ни хрена не знаешь по тесту? 14. Это когда ты ни хрена не знаешь вообще никаких ответов на тесты, ты просто бьешь дуплетом в один и тот же ответ, и вдруг что-нибудь попадет. Так, сколько ей лет? Ей 17 лет, смотри, 100%. Я ее знаю. Курорт, где есть пальмы. Сочи. Приезжаешь ты, собственно. Куча популярных людей на заднем фоне. Это очень популярные люди. И вот ты видишь даму. Ты думаешь, почему бы культурно не провести всю оставшуюся жизнь с ней, да? Как бы будем романтичны. У меня красиво так. У меня видно этот. Не потому что я ударил по столу, у меня видно клавиатуру. Почему нет? Ты подходишь к ней и говоришь, добрый день, бонжур. Как все здороваются в Сочи обычно. И 16 лет. 17 лет. Ну ладно, нормально. Сколько лет нарисованной бабе? 2К19. Ей 16. Даже вообще похрен. 15. Так, она молодка. Ей 15. Хотя нет, подожди. Сзади. Найс. Тупо найс. Давай рассуждать логически, как Шерлок. Она сидит вот так. Потому что я вижу ее руку. То есть, как бы, зачем надо было делать вот так? Ее фоткает человек. Не она сама. Потому что у нее, хотя она может вот так вот себя фоткает. Вот, блин. Хреновый из меня Шерлок. 15 лет, хорошо, все, до 17. Я угадаю сегодня хотя бы одно имя. Так, это молодая, ей 14, смотри, опа, ну. Бум-бум, шакалака, изи. Так, ей. Чаще попадается 17, я выберу 17. 20+. 20+. Я сижу в Макдаке, она подходит, кладет сзади руку и говорит мне голосом, малой, пошел-ка ты отсюда нахрен, да? Дай старики посидят. Угадай ее возраст, так. Кого из вот этой мадамы сзади? 14 лет, смотри. Обе если. Короче, да? 15, блин! Почему всегда, когда я выбираю ей 15 лет, выбирается 16 лет? Когда я выбираю 16 лет, ей 15 лет. Тут кроме одной 20-летней зрелой мадамы будет еще кто-то по моему возрасту или нет? 15 лет, смотри, бум-бум-бум. 18 лет. Так. Она сидит. Уже первый айтем, так скажем. В здании. Сзади алкоголь. Она сидит в шляпе. Ну, дурак, в помещении в шляпе нельзя сидеть. Так, у нее есть мешки под глазами, ей 18 лет. 14 ей! Интересно, 14 лет. Как угадать, сколько лет человеку, когда на нем тонна макияжа, тональников, губной помады, вот такие вот ресницы, возможно, волосы даже накладные, я чуть-чуть повыше сделал, а, там все равно башка отрезана. Волосы накладные, как угадать возраст?
Даже если меня загребировать под тональник, я не буду так делать, потому что it's gay. Мне будет 3. Мне тупо будет 3. 15. Коронные. Поехали. Банч. 16. Вот ты мне скажи, вечный даун второгодник называется 3 из 15. У меня даже вышка улетела. Not bad, 2 из 15. Мужик, 100% женатый, зрелый, он угадал 2 из 15. 2 из 15. Не факт, что он свою жену даже не знает, сколько ей лет. Нормальные парняки, как Джимима Хайвурд Бенджамин и Иван Баран. 2 из 15. Нормальные пацаны. После этого идет девушка Вивиана Фермин и Яна Яна. 15 из 15, 7 из 15. По-моему, только девчонки знают возраст друг друга. Они что-то знают, у них есть какая-то фишка. Даже дед удивился, Чарльз Хиггс, он говорит, хорошая работа, каким макаром ты это сделала? В чем фишка? Объясни тебе. В чем секрет? В каком возрасте ты умрешь? Давай, чекнем. Потому что, ну а чё, 14 минут не угадал ни одного возраста, 20-30 лет. Как ты проводишь свое время? Netflix and chill, working out, baking and then eating. Чилю, короче, я, ладно. Выбери своего животного. Котик, выбери свою еду, конфеты, выбери свою группу. Каким макаром Джастин Бибер или Ники Минаж может повлиять на то, что я умру раньше? Вот тут мы вспоминаем то, что мы живем в России. И если я выбираю Джастина Бибера и Ники Минаж, то я 100% укорачиваю свою жизнь примерно лет на 20. Потому что всех таких в России вырубают лет за 20. Кого я больше слушаю? Паника за диско я больше слушаю. Выбери свою суперсилу. Как создавали вопросы для этого квеста? Что можно еще сюда запихать? Какой твой любимый цвет? Да, наверное. Какую музыку ты слушаешь? Выбери себе суперсилу, да, выбери себе животное, и ты помрешь в 50 лет. Да, логично? Логично. Сила. Умный парень, выбери свою суперсилу. Сила. Супер. Выбираю. Кно Владже. Кнопладже! Короче, объясню тебе, почему я так веселюсь. Потому что создатель теста, он, походу, выбрал себе strength, потому что он неправильно пишет слова. Invisibility, типа, насколько я помню. И кнопладже. Кнопладже. Не, я выберу себе кнопладже. Ты умрешь через 5-10 лет. Мухаммад Махат, я никогда не умру. Мы верим в тебя, Мухаммад. Самый знаменитый бессмертный мужчина. Ха-ха-ха, эта игра сосет. Я умру в 23, хотя сейчас мне 10. Подожди! А, это пацан! What do you think? И сам проголосовал, да? Почему, если это Зарика Радиткович, то у него фотография его матери на аватарке? Иван Брескович. Тетка моя узнваж... Короче, Facebook это страшное место, не будем вдаваться в подробности. Тогда ладно, ему 10 лет, и он смеется то, что он не сможет умереть в 23. Абдулла Аль-Натир, 24 года. Я старше, чем этот квест. Это ужасно и плохо. Я ставлю 2 звезды. Тест заключается в том, то, что возраст, в котором ты умрешь. Ему говорят, ты проживешь 24 года. И он говорит, ха! Я старше, чем 2-4 года. Этот тест сосет. Комментаторы иногда вот просто меня убивают. Вот серьезно. Пацан старался, создавал тест. Видимо, вот Радиткович создавал этот тест. Кновладж написал. Старался, писал Кновладж. И ему ставят 2 звезды за то, что Абдулла подумал, то, что это тест определяет, сколько лет Абдулле. Опа, поехали. Клип ту флип. Ну, пойдем полуголову угадывать, да? 16 лет. А, это под... А, я понял. Я думал, это перейти в тест. Окей. Так, ладно, раз 16, все, бросаем ее нахрен. Я ставлю то, что ей 18. Клип ту флип. Можно мне клип ту флип? А, это просто как бы картинка заманивающая, понятно. Так, угадаем. Ей 15. 21. Она старше меня. Каким? 16. 26 лет ей! Что? Ей пол лица отрезали. Это то же самое, что я такой... Сейчас. Я разбил. Сейчас, вот так. Эй, привет, красотка. Угадай мой возраст. Вот из этой типа, вот так. Какой мой возраст? Как угадывать? Она еще вот так стоит. Как угадать возраст? Чисто теоретически можно. Вот, угадываем. Сколько ей лет? Я ставил то, что ей 18. 14 лет ей! Я вспоминаю себя в 14 лет. Твою мать! Так, это мы угадали уже. Просто повернули картинку, да? Отличное угадывание. Так, и последнее на сегодня. Мадам, ей 15. 20. Все, жопу, говно. Я угадал примерно
4 из миллиарда женщин. Мне придется делать, получается, миллиард попыток, чтобы угадать девушку своего возраста и не сесть в тюрьму. Даже если вот ты вот подходишь, думаешь, ну, девушка, да, как бы, ну, 100% старая. Подойди первоначально к ней. Здорово. Я Леня, покажи мне, пожалуйста, свой паспорт. Плиз. Либо води с собой девушку какую-нибудь другую, найми себе девушку, она будет угадывать возраст девушек. Ты сядешь с ней в кафеху. Так, вот этой 15 лет, вот этой 16 лет, вот этой 18 лет. Эти опаньки, все, поехали, бум-бум-бум, и начинаешь влетать сразу. Ставь лайк, если тебе это видео понравилось, это челлендж, чтоб я делал больше челленджей, да? Не надо, пожалуйста. Спасибо тебе огромное за просмотр. Делись эти видео со своими друзьями, чтобы они тоже попытались угадать возраст девушек. Спасибо за просмотр, удачи и...